К половине 11 утра центральная площадь села Комсомольская была полна народу. Именно здесь состоялось торжественное открытие Дня Республики. Корреспонденты национального телевидения Чувашия работали в прямом эфире. Кажал я в Хунизине Ежинбах, Комсомольский районе Девичрян. И бирхали Шабах, Комсомольский Салинджи, Уявен Теплабаминджи. Шабах Кундашхали, Республика Пучлахи Кильзичитрян. Поздравляю вас с праздником 75 лет Комсомольского района и Чувашской Республики. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей жизни. В концертной программе были задействованы лучшие коллективы района. Русские, чувашские и татарские мотивы, звучащие на сцене, только подчеркивали многонациональность Комсомольского района. По традиции дорогим гостям преподнесли хлеб и соль. Район тщательно готовился к празднику, сказал в приветственном слове глава Чувашии Михаил Игнатьев. Я благодарен всем тем, кто неравнодушен, зажигая друг друга, зажигая сердца, вы вовлекаете и ветеранов, потому что у них душа молодая, и молодежь, и юноши, и девушки, и дети, очень много на празднике. Для них, конечно, это исторический замечательный день. Мы готовимся, целыми днями репетируем, чтобы хорошо все вот так вот вышло. И как все проходит? Отлично, классно. Но иногда, конечно, бывает, что не получается, но все равно репетируем и выходит. Один за одним выходили на сцену и жители района. Многочисленные награды вручались тем, кто внес особый вклад в развитие муниципалитета. Простые люди – механизаторы, животноводы, фермеры, врачи и учителя – пишут сегодня современную летопись Комсомольской земли. Денежные гранты и сертификаты лучшим сельским поселениям, местным предпринимателям, многодетным семьям станут весомой поддержкой тем, кто любит свою малую родину не на словах, а на деле. Очень приятно было жителям услышать и поздравления депутата Государственной Думы России Алены Аршиновой, начатое на нашем родном языке. Берегун пулдер хакла тусем, сире республика куни, ячебе саламладов. В следующем году Комсомольский район передаст эстафету следующему муниципалитету, а нынешний день республики станет уже страницей истории. Праздник действительно хороший, он как бы воплотил в себя всю историю становления нашей республики и ее развития. И вот мне только отрадно отметить, что сегодня мы день празднования Дня Республики, у нас по Комсомольскому району проходит еще юбилей. Со дня образования Комсомольского района исполнилось в этом году 75 лет. Таким получился День Республики в Комсомольском районе. А я передаю слово коллегам, которые работают в Чебоксарах и уже готовы выйти в эфир. Праздник продолжается.